Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна, и сегодня я расскажу вам про имена советского происхождения. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, имена советского происхождения – это имена, придуманные в период популярности неологизмов в СССР. Подавляющее большинство этих имен так и не было использовано по их прямому назначению. Однако некоторые из них сохранились не только как исторический анекдот. Это значит, что вы все-таки можете встретить людей с такими именами. Тракторина. От слова «трактор». Как должна была выглядеть тракторина? Мне даже интересно. Честно говоря, я теряюсь в догадках. Света? Светлая. Блондинка. А вот тракторина. Какая она? С длинной русой косой? С голубыми глазами? С румянцем на щеках? Или толстая? Даже не знаю. Напишите мне ваши идеи в комментариях к этому видео. Вы представляете, какая большая любовь к трактору была у крестьян, у русских людей? Я, конечно, понимаю, что когда в хозяйстве, в деревне появился трактор, то работать стало намного легче. Настолько легче, что даже в честь трактора придумали имя для девушки. Арвиль. Армия Владимира Ильича Ленина. Артака. Артиллерийская академия. Баррикада. Такое слово, в принципе, есть в русском языке. Вил. Владимир Ильич Ленин. Вильен. Владимир Ильич Ленин. Вилор. Владимир Ильич Ленин освободил рабочих. Мужчина с таким именем был мужем коллеги моей мамы. Вилорик. Владимир Ильич Ленин освободил рабочих и крестьян. Владлен и Владлена, то есть мужское и женское имена. Владимир Ленин. Мне кажется, такое имя я тоже где-то слышала. Владилен, Владилена, Владимир Ленин или Владимир Ильич Ленин. Гертруда. Имя, известное и ранее, но получило расшифровку «героиня труда» и обрело популярность. Даздраперма. Да здравствует 1 мая. Имя, получившее наибольшую известность как пример идеологического имя творчества. Мне кажется, это мое любимое советское имя в том смысле, что по-русски оно звучит очень смешно. Даздрюгаг. Даздрюгаг. Да здравствует Юрий Гагарин. Про Гагарина тоже не забыли. Дамир. Дамира. Я думаю, что это тоже мужское и женское имена. Да здравствует мировая революция. Совпадает с татарским именем. Следующее имя. Дасдгэс. О, Господи, я даже не могу его прочитать. Дасдгэс. Да здравствуют строители Днепрогэс. Я думаю, если бы какого-то мальчика назвали этим именем, его в садике и в школе бы очень долго дразнили. Если бы смогли вообще произнести что-то подобное. Ему автоматически нужно придумывать какую-то легкую кличку, прозвище. Дима. В принципе, такое имя есть. Но в Советском Союзе оно расшифровывалось как диалектический материализм. Я не знаю, что это. Динера. Дитя новой эры. Впечатляет. Датнара. Дочь трудового народа. Сильно. Имя получило распространение в среднеазиатских республиках. Зарема. Заря революции мира. Идлен. Идеи Ленина. Да, это очень важно.
Ивис или Ивис. Я даже не знаю, где ставить ударение. Иосиф Виссарионович Сталин. Это имя было распространено в Кавказских республиках. Ильич. Ну, в принципе, есть такое отчество. Владимир Ильич Ленин. Искра. Такое слово есть в русском языке. Карина. Так назвали девочку, рожденную при Одиссее Челюскинцев в 1933 году во льдах Арктики в честь Карского моря. Кстати, у меня на работе была коллега Карина. Ким. Коммунистический интернационал молодежи. Мне кажется, есть еще такое корейское имя – Ким. Комуний. От слова коммуна. Кравсил. 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 Красная армия всех сильней. О, это имя мне тоже нравится. Кравсил. Ты знаешь, вчера я ходила на свидание с Кравсилом. Хорошее имя. Лакшмивара. Лакшмивара. Очень похоже на какое-то индийское имя. Лакшмивара. Но на самом деле это лагерь Шмидта в Арктике. Лапанальда. Лапанальда. Лагерь папановцев на льдине. Можете себе такое представить? Ласт. Ласт. Латышские стрелки. Ленар. Ленар. Ленинская армия. Люция. Революция. Лениза. Ленинские заветы. Лемира. Ленин и мировая революция. Марлен. Маркс, Ленин. Два в одном. Шикарно. Ноябрина. Ну, тут понятно, что от месяца ноябрь. Октябрина. То же самое, от месяца октябрь. Имя было известно и до революции. Кстати, на российском канале есть женщина, которая ведет передачу, и ее зовут Октябрина. Октябрина Ганечкина. О Юшминальде. О Юшминальде. Как бога какого-то. Отто Юльевич Шмидт на льдине. Персострат. Персострат. Тоже очень тяжело произносить. Первый советский стратостат. Пафистал. Победитель фашистов Иосиф Сталин. Мне кажется, это имя очень похоже на слово пофигист. Человек, которого ничего не волнует, которому все пофиг. Рев. Революция. РЭМ. Революция, электрификация, модернизация или революция Энгельс Маркс. Ренат. Революция, национализация, Троцкий. Созвучно с татарским именем Ринат. Санар. Советский народ. Сталина. Ну, от фамилии Сталин. Сталь. Такое слово, в принципе, есть в русском языке. Тролет. Троцкий Лев Давидович. Уюкас. Ура! Юра в космосе! Снова про Гагарина. Гагарин был очень популярен, я вижу. Ульяна. Имя было известно и ранее. Фелдс или Фельдс. Феликс Дзержинский. Фет. Феликс Эдмундович Дзержинский. ШАЭС. Шагающий экскаватор. Сильно. Элина. Электрификация и индустриализация. Электрон. У нас, кстати, мне кажется, или был, или есть кинотеатр «Электрон», если я не ошибаюсь, у нас в Минске. Юнпион. Юный пионер. Юнпибук. Юный пионер, будущий комсомолец. Надо не забывать о будущем. Юргаг. Юрий Гагарин. Юргоз. Юрий Гагарин облетел Землю. Ярик. Ядерный реактор. Имя созвучно уменьшительному Ярик от Ярослав. Надеюсь, это видео вам понравилось
и немного вас повеселило. Если так, ставьте мне лайк. Спасибо. Пока.